Здравствуйте! Сегодня я поделюсь с вами рецептом приготовления риса. Нам потребуется любой рис, вода и соль. Приготовить рассыпчатый рис на гарнир можно в мультиварке, кастрюле или казане. Грамм крупы тщательно помоем. Помытый рис перекладываем в чашу мультиварки. 300 миллилитров кипятка мы отмерим кружкой и добавим к рису. Солим по вкусу. Я добавила примерно пол чайной ложки соли. Все перемешаем и закрываем крышку мультиварки. Выставляем программу «Молочная каша». Время приготовления 25 минут в мультиварке. И нажимаем кнопку «Старт». Если вы будете готовить в кастрюле или казане рис на гарнир, тогда надо варить его 12 минут с закрытой крышкой. После истечения 12 минут выключить огонь и оставить на плите с закрытой крышкой еще на 12 минут. И только после этого открывать крышку кастрюли или казана. Из 12 минут варки риса в кастрюле или казане 3 минуты надо варить на сильном огне, 7 минут на среднем огне и 2 минуты на слабом огне. Вот такой получается рис. Всем желаю удачи и приятного аппетита!